правильный семинар. Я получила ответы на все свои вопросы. Я немного могу рассказать о себе. Я получила эту информацию от врача. В принципе, я уже была готова. Я искала в интернете приборы ДРТ, которые, ну вот последние передовые, да. Ну вот все это было в поисках. И когда мне врач показала, то есть я уже все, я уже была готова. На следующий день я уже купила этот прибор. Вот, и выставила программу. У меня была очень серьезная проблема, у меня были боли в животе, и такие, что я просто не могла ни работать, ни жить, ни спать, ну это просто ужас был. Я за это время несколько врачей поменяла, и переела кучу БАДов, и мне ничего не помогало. И врачи разводили руками и говорили, ну не знаю, что делать. Вот, и начинали мне страшилки рассказывать. Ну, вот я купила прибор, выставила программы, те, которые я посчитала нужным. А вот где-то пару недель я прокрутила, а боли не уходили. Думаю, ну что такое, купила самый передовой прибор, почему же боли не уходят? И все-таки меня познакомили еще с одним врачом, который сделал мне диагностику и выявил причину моей боли. И я тут же села в машину, у меня был прибор с собой, я села в машину и тут же выставила прибор на этого паразита. И я сразу поняла, что я попала в цель. То есть вот причина определена, и на следующий день прошли все мои боли. Хотя врач сказала лечиться 3 месяца вот по этой программе. И я поняла, что прибор работает, это супер. А вот, поэтому я, конечно же, захотела на семинар, чтобы узнать больше про эту тему. И еще что мне понравилось в этой системе, это выстроенная система бизнеса. Это очень большая ценность для сетевой компании. Очень большая. И это надо ценить. Потому что система работает и работает за себя. И благодаря системе можно построить огромнейшую структуру.